Полмиллиарда рублей выделили работодателям Башкортостана на охрану труда. Об этом сообщили в пресс-службе отделения социального фонда по региону. Ну, вот работодатели могут направить на мероприятие по предупреждению профрисков от 20 до 30% сумм страховых взносов, что предотвратит несчастные случаи и профессиональные заболевания сотрудников. Ну, вот в прошлом году больше всего средств от общего объема финансирования, или 137 миллионов рублей, работодатели направили на проведение медосмотров работников, но и также часть средств ушли на отдых действующих сотрудников и ветеранов предприятий в санаториях. Кроме того, компании закупили средства индивидуальной защиты, провели специальную оценку условий труда.